Всем привет, Blender 2.91, и вот такой результат. Все по-простому, как обычно, чтобы не кипело, так сказать, железо ноутбук. Все облегчено. Это здесь вот я сделал все равно Decimate, хоть и сетка все равно была понижена по самому максимуму, это заремешером ZBrush. Итак, давайте рассмотрим, как тут выглядит персонаж. Что у него есть. И я даю этого персонажа вам для пользования. Качайте. Где-то что-то, возможно, вы измените. Добавите свое. Где-то у кого-то посильнее ноутбук. Или там компьютер. Что-то придумайте словом с ним. Итак. Погнали рассматривать косточки. Вот такой вот рик. Я его делал отдельно уже. Это рик не Бориса. Хотя рик Бориса тоже мог подойти. Но не захотел я подгонять вот эти вот косточки. Проще заново все вставить. Потому что тут все равно телосложение другое. И крылья я чуть-чуть больше делал, вытягивал. Так, что есть? Значит, есть шапка. Пардоньте, чуть-чуть надо ее подправить. Так, и по затылку чуть-чуть увести назад. Во. То же самое с очками. Повыше. Вот так. Это я их привязывал. Косточки привязывал. И вот чуть-чуть они убежали. Это бывает. Это не проблема. Так, вот так все поправляете, если что. И работаете дальше. Так, вот здесь вот тоже прорехи этой быть не должно. Так вот. Так, единица на нападе. Ну, вроде нормальный человек. А этот персонаж, то бишь. Заходим, выбираем косточки. Значит, шарф настроен по прошлому ролику. Ссылку оставлю. Так, осмот. Немножко давно я сижу, тут уже притомило меня это дело, кости вставлять. Вроде и просто, но... Итак, значит что? Крылья работают на Inverse Kinematic. Установлен Inverse Kinematic на три косточки. Это вот здесь. Также на соседнюю кость установлена именно Copy Location. Вот на эту Copy Location. Так, а вот с этой на эту косточку установлен копи трансформация. Опять же, все по прошлым роликам, за исключением я не ставил Local Space, а поставил Local White Parent. Она так мягче работает. Ну, пока вот такая штука. Ноги, наверное, показывать не надо. Уже часто их показываю. Все тоже на Inverse Kinematic настроено. Все работает, но на две кости. Так, с шапкой что у нас? Если мы вот эту косточку будем сейчас оттягивать, G, вы видите, она притянута к чайнику. Что можно сделать? В принципе, к ней привязаны вот эта вот именно шапка и очки. Можно оставить все в таком духе. Но если вы захотите работать, чтобы шапка снималась, ну, сделаем вот такой вот финт. Object Mode. Так, выбираем только вот эти, вот этот рик первый. Заходим в Edit Mode и можно вот эту косточку просто G вынести вверх вот сюда. Зайти в Object Mode и увидите, что просто надо перевязать персонажа. Ctrl-P, with Automatic Widget. И все, шапка, косточка отделится от черепа. И вот этот вот шапку мы можем теперь по смот выбрать вот эту косточку и G просто подставить на персонажа. Так, что тут такое? Ага, вот эта косточка теперь зацепляет брови. Вот эти вот. Но это тоже не проблема.
Заходим в Object Mode, выбираем, значит, наши брови, выбираем косточки и заходим. Так, нет, наоборот, косточки. И заходим через Shift, выбираем брови, рисование веса. Смотрим, что тут такое. Какая косточка тянет. Угу. Что-то непонятное. Так, вот это возможно. Так, что у нас тут? Levels. И вот так мы levels понизим. Проверяем теперь Object Mode. Выбираем косточки. Заходим в Pose Mode. R. Ну вот, теперь ничего мы не тянем. Ctrl-Z. Это понятно, вот такая штука, настройка. Давайте теперь какую-нибудь анимашку сделаем. Ну, клюв, глаза, все настроено. В принципе, если какой-то косяк потом будет именно здесь выплывать, вдруг я что-то не заметил, вот как сейчас. Вроде такого не было. Запустил заново, появилось. Ну, подправите. Так, теперь Pose Mode. И давайте анимацию такую сделаем. Значит, G, уводим руку. Вот когда анимацию делаешь, любую там, допустим, то уже видно, что, допустим, косяк какой-то откуда-то вылазит. Если так на риге вдруг непонятно, то при анимации это уже будет стопудей видно. Вот. Сейчас вот у нас что тут происходит? У нас происходит, что если сейчас мы начинаем крутить вот эту руку, и та кость вертится сильно. Вот теперь понижаем вот этот вот интенсивность. И вот на эту косточку тоже влияние чуть поменьше поставим. Проверяем теперь, как она будет работать. О, вот теперь нормально, вот теперь хорошо. Так, значит, эту мы складываем. Вот так крыло. Так, где-то что-то вот разберетесь. Тут еще с ключицей, возможно, как-то нужно будет нормально подружиться. Потому что она немножко тут... Возможно, ее тоже надо как-то будет поднастроить. Такая же проблема была именно у Бориса. Ну, ничего, там все решилось. Или вот крыло просто ниже опускать. Ну да, возможно такой вариант. Так, теперь, значит, единица на паде G, эту пока вот так опустим, расслабленно. На вот эти косточки, на перья тоже можно настроить copy rotation. Я уже тоже показывал, как это делать. Ну, это для кого как удобно, вы сами тут подгадайте. И, надеюсь, под себя поднастроите. Так, что тут еще? Ну, так вот можно просто по-быстрому, вот таким вот образом выбрать косточки. Вот так. Ну и прописать А, И, Lock Rot. Теперь что нужно сделать? Нужно, чтобы он на пятом, давайте на 10-м кадре, вот эту руку G поднял, перекрутил. Он же все-таки
в морфлоте служил, наверное. Так, и вот здесь тоже поправим. Вот такую штуку сделаем. Здесь вот понизим интенсивность. И вот эту интенсивность тоже понизим. Так, выбираем теперь вот эту кость. R. И вот он типа должен отдать честь. Во. Ну, в смысле, воинское приветствие. Так. Заодно тут подул ветер. И вот так вот, значит, уходят вот эти вот штукенции типа шарфа. Вот в эту сторону. Вот так. А. И локрот. И вот получается. Раз так. Шук. Ну а теперь на 20-м кадре пускай он эту руку, значит, крыло. R перекрутит, G опустит, R еще раз перекрутит. И вот как бы, наверное, G на отмаш так назад. Опа. Так, ну а вот эти вот штукенции вертим теперь в эту сторону. Тоже хорошо бы на них настроить copy rotation. Тогда это все можно передвигать одной косточкой. И не путаться вот в этих всех изгибах. А, и локрот. Так, единица на нампаде. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Ставим 20 кадров. Вот так вот. Воинское приветствие. Колыхается у него шарф. Там можно еще задействовать движение именно тела. Ну, вот где он руку поднимает, пардонте, эту вишню, как ее. Крыло матери. И вот так вот G чуть в бок. И как бы вот так вперед подается. И R выпрямляется. Во. А, и локрот. Так, единица на нампаде. Чуть-чуть, наверное, перебор. Это G. Хвост тоже можно R приподнять. Клюв можно закрыть. Вот так вот. Ну, а здесь шапка даже может улететь с очками. Если вот выбрать вот эту косточку и, допустим, G, вот раз, R, ветер ее сдувает. Вот так вот. А, и локрот. Смотрим. И на 20-м кадре вот эту кепку тоже нужно прописать. Допустим, она улетела G. Вот сюда. А, и локрот. Так, единицы на нампаде. И вот получается, ветер подул, кепка унеслась, или он рукой ее сбил. Ну, вот такие вот прикольные штуки. Так, вот сбоку тоже это дело надо как-то подгадать. Почему? Потому что я-то тело сдвинул, а крыло вот это нет. И получается, что вот здесь вот теперь будет вот такой вот косяк. Это надо ликвидировать с помощью, вот, ну, чуть-чуть приподнять вот эту вот. А, и локрот. Ну, вот такая пока анимация простая. Можно ее, конечно, усложнить. Тут
полет ему засобачить, там еще что-нибудь. Но пока для проверки, видите, работает. Есть косяки, конечно, вот. Но это крылья. С крыльями всегда такой косяк. Нужно вот эти перья мягче поднастроить. Я надеюсь, вы этим займетесь. Все равно уже как интересно вам будет повозиться. Тут опять же есть. Так, стоп. Есть косточки глаз. Немножко вот брови выкаблучиваются. Почему? Потому что опять я их привязал к косточке. А она, видно, чуть-чуть сдернулась. Я это дело как бы не заметил. Но это опять... Ох, не то, что не заметил. Она привязана. И привязана тоже к кепке. Вот. Эту-то косточку я затер. А эту нет. Ну, давайте ее тоже подкорректируем. Значит, вот эту косточку выбираем. Выбираем. Что у нас тут? Бровь. И заходим опять же в рисование весами. Выбираем через Ctrl вот эту вот, значит, косточку. Находим, сразу уже раз знаем, какая косточка виновата. Находим опять же Levels. И вот это все дело чуть-чуть так уменьшаем. Так, это многовато. О. Выбираем теперь опять же кости. И посмотрим, что у нас постмод покажет это все дело. Так, и вот на прозрачность. Ну все, вот вы видите, что бровь на месте. Ну такие вот штуки будут попадаться периодически. Но они должны попадаться, чтобы нарабатывался, так сказать, опыт. Знание в косяках — это самое лучшее, я думаю. Все, всем пока, до свидания, качайте, пробуйте.